Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы, друзья, в этом видео поговорим о самых жадных знаках зодиака, у кого никогда не стоит просить деньги. Кто же эти знаки зодиака? Далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этой информацией с теми, кому это будет действительно важно и нужно. Наверное, многие замечали за определенными людьми их такое, знаете, странное поведение, если вы просите у них деньги. Возможно, это и вы сами. Все, как всегда, зависит от звезд. И кому-то достаточно трудно отдавать деньги даже в долг, ведь на неопределенное время они все-таки пропадают из нашего кошелька и из нашей жизни. Какие же знаки зодиака можно назвать жадными, и об этом нам говорят звезды. В комментариях обязательно напишите, согласны вы с этим или нет, что вы жадный человек и не любите, когда у вас просят действительно деньги. Вы знаете, на первом месте у нас знак зодиака Козерог, у кого не стоит просить деньги. И вы знаете, Козерог достаточно такой интересный, экстравагантный знак зодиака, и многие, наверное, с этим согласятся, потому что Козерог сам по себе, он знает, что деньги нужно заработать именно этим, и Козероги занимаются всю свою осознанную жизнь. Он следит не только за своей прибылью, но и за теми расходами, которые появляются в его жизни. И каждое сообщение о списании денег с его карты для него как удар в живот. Причем Козерог привык считать не только свои деньги, но и, к сожалению, и чужие. Вы не сможете увидеть Козерога, который тратит деньги без раздумий. Каждая его покупка спланирована и должна укладываться в назначенную сумму. Не думайте, что Козерогу жалко денег для вас. Он на себе ведь тоже экономит. И при этом экономит иногда достаточно сильно, что много его окружения достаточно сильно удивлено. А разве так может быть? Но это все-таки так. Следующий знак зодиака, который считается жадным знаком зодиака, и у него не стоит просить денег, это знак зодиака Дева. Вслед за Козерогом у нас идет Дева, которая тоже не любит тратить деньги попусту. Но если сравнивать Деву с Козерогом, то можно сказать, что этот знак лучше потратить деньги на себя, чем отдаст их кому-то другому. На себе дева не экономит, и даже если у нее есть лишние денежки, она все равно скажет, что у нее их нет. Ведь даже на подарки дева не привыкла тратиться. Только если этот подарок, конечно, не для себя. А вот повседневные расходы девы стараются минимизировать. При этом стараются минимизировать разными путями, отдавая предпочтение самым дешевым вещам. При этом девы сами иногда удивляются, как они могли купить такую вещь. Знаете, с одной стороны, хорошо, что дева действительно не умеет, точнее, тратить деньги, не умеет тратить деньги попусту. Они всегда достаточно бережливы и экономны. Понаблюдайте за собой, если ваш знак зодиака дева. Просто интересно, действительно ли девы, которые не любят тратить деньги. Следующий знак зодиака, друзья, у нас Скорпион. И, к всеобщему удивлению, в этот список попал и этот знак зодиака. Уважаемые скорпионы, вы привыкли видеть себя как одного из самых щедрых и гостеприимных людей. Конечно же, скорпион любит тратить деньги, но только на себя. Вы, уважаемые скорпионы, все свои расходы вот рассчитываете до копеечки. Любая покупка, которая предстоит у вас, она будет только запланирована, особенно если касается вас самих. И обычно скорпион утаивает от других свои покупки и расходы. А если
кто-то попросит что-то у Скорпиона приобрести за его деньги, то ответ он получит отказ. Причем даже с критикой и с непониманием того, почему именно Скорпион должен рассчитаться или заплатить за тот или иной, например, предмет. Следующий знак зодиака – это близнецы. Близнецы готовы сделать все, что угодно, лишь бы остаться на вершине горы. Вы готовы рассказывать о том, сколько вы потратили на ту или иную вещь. Но только сами близнецы и его близкие люди знают, на что на самом деле они рассчитывают на те или определенные деньги, и ко всему они еще пересчитывают каждую копейку. И не дай бог, если одной не будет доставать копейки. Но близнецы готовы скрыть от окружающих, лишь бы только люди поверили в небесные богатства близнецов. Близнецы – это те люди, которые умеют привносить фурор везде, всюду, показывать себя, что они достаточно богаты, что они готовы тратиться. Но для себя они не любят, для себя и для тех, кто его окружает, они не слишком любят тратиться. Следующий знак зодиака – это рыбы. Уважаемые рыбы, вы на самом деле живете из крайности в крайность. То есть вы готовы тратить миллионы чуть ли не каждый день. То вы записываете каждую копеечку и каждую покупку в отдельный свой блокнотик для того, чтобы избежать любых лишних трат. И на самом деле ваше поведение, уважаемые рыбы, объясняет неуверенность вас в завтрашнем дне. Поэтому настроение рыб меняется каждый день, и не знаешь, в какой день вас можно попросить об той или иной услуге. Вот такие, друзья, знаки зодиака, которые не стоит просить деньги, а если будете просить денег, то знаете, что нужно прямо сегодня вам одолжили, а завтра уже нужно бегом возвращать деньги. Или вы наоборот начнете скандалить и превратитесь в врага для этого знака зодиака. И вообще с жадными людьми достаточно сложно жить, находиться в социуме по одной простой причине, потому что человек, когда он жадный, он есть жадный, он во всем пытается найти выгоду, и каждую копеечку, вот каждую именно копеечку он пытается беречь, сохранять, при этом, когда вы спросите его, для чего это делать, он ответ на этот вопрос, к сожалению, не найдет. Вот, друзья, такие знаки зодиака, которые звезды считают самыми жадными.